Более 80 выпускников сегодня последний раз пришли в Международный инновационный университет. Студенты сдали все экзамены и защитили дипломы. В честь этого события в актовом зале учебного заведения прошел праздничный концерт. Поздравила теперь уже специалистов ректор МИУ Галина Берулава и пригласила всех вступить в Ассоциацию творческой и научной интеллигенции. Мы хотим пригласить вас стать всех членами Ассоциация, которая создана по инициативе Международного инновационного университета, Ассоциации научно-технических и творческой интеллигенции. А теперь вы интеллигенты. И нам бы очень хотелось, чтобы вы на своих местах, как будущие руководители, со своими сотрудниками занимались патриотическим воспитанием молодежи. Выпускники МИУ не только умные и активные, но и творческие личности. Всю концертную программу организовали сами. Танцоры и вокалисты выступали для 80 выпускников, трое из которых получили красные дипломы. Многие хотят продолжить обучение. Я, конечно, еще хочу поступить еще раз в наш прекрасный университет и получить еще одно высшее образование. И я надеюсь, что мои сокурсники тоже поступят так же, потому что мне не хочется покидать стены нашего университета. Диплом Международного инновационного университета дает студентам возможность найти себе достойную работу. Многие из выпускников уже приглашены на перспективные места в крупные организации. Я перевелась сюда из другого вуза и нисколько не пожалела об этом. Обучаясь по направлению международные отношения, у меня появилось много возможностей в сфере международного бизнеса построить свою карьеру и найти хорошую работу. После концерта всем выпускникам вручили долгожданные дипломы и попросили не забывать альма-матер. Здесь всегда рады гостям. Игорь Кырпа, Борис Осин, телекомпания ФКТ.